Привет, мой милый друг, как твои дела? Это снова Розе, наверное, задолбал тебя своим вот этим контентом бесполезным, кучу вот это, каждый день вот эти видео постоянные от Розе. Надеюсь, что не задолбал. Давайте, короче, там, интересные мысли в комментариях, от вас прям идут такие мысли, но у меня, к сожалению, сейчас такие обстоятельства, что я не могу просто. Сейчас, короче, где-то месяцок, мне надо немножко порешать некоторые дела, но... Думаю, этот контент мы сможем осилить, если наберутся люди. То у меня там накопилось немного контента разного по разным играм. Но я не могу за всем успеть, вот пытаюсь именно Lineage 2 Mobile, то что в основном большинство людей это люди, которые играют Lineage 2 Mobile на моем канале. Вот я хочу сделать подкаст. Вот я выложил пост, хочу сделать подкаст всех классов Lineage 2 Mobile. Если вы 68 уровень и у вас есть первый скилл за 15 миллионов хонора, я вас жду. Вам есть что рассказать этому миру. Вы хотите попасть на YouTube? Заходите в группу Discord, оставлю в описании под видео. Пиши в общий чат. Ну что хочешь, пиши, мы с тобой спишемся. Меня интересуют это арбы, арбалеты, лучники, ножи, БД, дестры, танки. Так, ребятушки, меня интересуют все, даже маги с хаосом. Если есть маги с хаосом, вы меня тоже очень интересуете, то что как вы фармите, помогает ли вам хаос не только в PvP, то, ребятушки, пишите в этот Discord. Мы с вами спишемся, сделаем офигительный контент, чтоб люди посмотрели, потому что дядюшка Розе это не просто стример, это целое сообщество. Людей с одинаковыми мыслями, правильными мыслями. О задротстве в играх, да. Давайте, с вами дядюшка Розе. Давайте попробуем сделать очень крутой контент. И также до 23 числа раздается неплохая стратежка. Warhammer 40 000 Gladius. Я немножко поиграл, но там надо вникать, то что там куча разных ресурсов, там что-то за что-то отвечает. Но в принципе неплохо так, интересненько. Пошаговая стратегия в стиле Warhammer. Ссылка тоже будет в описании под видео.